Сейчас еще будем пользоваться одним оборудованием, незаменимым, я считаю, очень полезным в любой такой садовой работе, при подстрижке, уборке газона. У нас в России он называется садовый пылесос, то есть он бывает еще с таким с мешком сзади, он засасывает. Есть двух видов, опять-таки. Есть электрические, есть бензиновые. Как видите, мы используем опять бензиновый. И есть те, которые всасывают, и те, которые выдувают. Те, которые всасывают... А, еще есть вариант, которые на реверсе работают. И могут и всасывать в мешок вот этот вот мелкую траву скошенную, а могут выдувать ее. У нас работает на выдувание, то есть мы выдуваем, сдуваем в одну кучу и оттуда уже просто собираем. Почему мы не стали... Ну, это лично наш выбор, вы можете выбирать какой угодно. Мы остановили свой выбор именно на таком варианте, потому что другие пылесосы, те, которые втягивают траву в мешок, там трава достаточно мелкая должна быть, такая, чтобы она проходила. А у нас, получается, бывают работы, как вы сегодня видите, с высокой травой, высокой, и там, где мы работаем триммером. То есть в мешок уже такую большую густую траву не собрать, как, которая сейчас у нас, вот можете посмотреть, вот такими вот кучами. Это мне напоминает сенокос, когда летом косят траву для животных. Сегодня вот у нас получился такой экспромт выезд на сенокос. Пожалуйста, при работе с любой техникой в первую очередь думайте о своей безопасности. Защищайте глаза, уши, руки защитными средствами. В данном случае мы используем вот такую вот, вот такое защитное средство. Для работы. И будьте счастливы!